Кажется, пора покупать тебе новую шубу. И дочке. Зимушку. Торговая сеть «Зимушка». Самое теплое время года. Шляпный дом. Первый магазин головных уборов, где выбор радует. Шляпный дом. Улица Ленина, 110. Здравствуй, дорогой читинец! Ты смотришь «Погоду знай» на канале ТНТ Чита. В магазинах «Зимушка» поступление норковых шуб из аукционного меха, а также дубленок и мутона. А если вам не терпится порадовать себя новым головным убором, посетите шляпный дом. И теперь о погоде во вторник, 29 октября. Переменная облачность без осадков, ветер западный 2 метра в секунду. Ночная температура воздуха 7-9 градусов ниже 0, днем плюс 5, плюс 7. Атмосферное давление достигнет отметки 706 миллиметров ртутного столба. Столба в течение суток сначала будет слабо расти, а затем медленно падать. Смотри «Погоду знай» на канале ТНТ Чита и будь в курсе всех погодных изменений. А с тобой была Алиса, дежурная по рубрике. Пока-пока! Концепт-клаб. Актуальная одежда для девушек. На Амурской, 84.